Здравствуйте, друзья! Темной ночью, полуночью, я вот вам показываю эту коробочку. У нас такой сюжет из темы анбоксинг. Вы видите, это рукоятка. Я просто хотел показать. Я купил ее сегодня во прайсе долларов, я боюсь собрать, за 10, за 12. Вот я ее распаковываю. Вот такая ручечка. Она очень-очень хорошо в руке сидит, очень славно. И поскольку Светлана снимает моей камерой то, что значит, вы видите, я возьму другую, у меня есть. И тут колесик, вот видите, значит, колесико сейчас вот так. Вот так я вставляю, вот, колесико кручу. И получаю вот такую фиговину. Может показаться со стороны, что я, может быть, там, знаете, скорость замеряю на дороге, конкурирую с гаишниками. Но это не совсем так. Вот у меня просто камера. Невероятно удобно. Я вот сегодня так прикупил и очень радостный. Думаю, надо ребятам показать. Тут еще есть дырочка. Вот я не знаю, насколько вам видно. Я вот так поднесу поближе к камере. Там есть дырочка с нарезкой. Что я сделаю? Вот у меня есть штатив. Свет, покажи штатив. Мы сейчас в Санта-Крус на даче. Вот я тут часто, когда снимаю гостей наших, пользуюсь штативом. Значит, что я сделаю? Вы знаете, всегда вот в этих вот крепежах, которые в штатив идут, тут есть колесико, которое можно крутить. Вот я его сейчас сюда закручу. Так, ну-ка, крутится, нет? Давай. Крутится. Так, тут надо поднажать, видно. Так, крутится. Это выглядеть будет довольно комично на... Вот конкретно на этом штативе будет комично, потому что штатив сам по себе, вот если Света покажет, вот он на самом деле такой, тут с шарниром таким, и его можно крутить как хочешь и так. Но раз уже мы так для целей показа, или я что, не той стороны поставим? Сейчас подглядим. Что тут у нас получается? Ага. Вот он, встал. И получается, что вот можно еще и на штатив тоже поставить. Вот такой. Но если бы штатив был менее заковыристый, хотя и этим более заковыристым, наверное, можно поставить, можно как-то еще крутить. Вот такая интересная штучка. Я хочу сказать, что я никогда за 10-12 долларов не получал в жизни такого удовольствия, как вот с этой штучкой. Чего я вам желаю.